Дэвид Уильямс, англичанин, в спорте 40 лет. Работу на шоколадной фабрике в Англии меняет на компас и незнакомый лес регулярно. В этот раз в Татарстане. Впервые. Как и чемпионат России по радиоориентированию. Красивый лес для бега. Мне подарили книгу про Татарстан, и я приехал. Уверен, не выиграю. У вас сильные спортсмены. Сильные спортсмены есть и из Литвы. Игидиус Новицкас в этом спорте с 12. Перед стартом проверяет приемник, говорит, самый надежный российский. Это все-таки и у вас давно этот вид спорта, и он развит. На старт выходит с 15 до 80 лет 124 спортсмена из 18 регионов России, Англии и Литвы. Кто-то только начал, а кто-то к 79 уже успел заработать 400 наград. Могу восстановиться. Все тянет, надо бежать. Движение – это жизнь. Бежать нужно по лесопарку Лебяжье. За 2 минуты до старта выдается карта. На ней 10 пунктов, маяки, которые нужно найти по позывным сигналам. Для ориентации – пеленгатор, прибор по поиску частот. Пеленгатор поймал сигнал, а значит, финишная точка где-то рядом. Если сейчас для поиска удобное оборудование, то несколько веков назад англичане использовали собак, а в качестве финишного бакена – мертвую лису. С тех пор среди своих соревнований называют охота на лис. Чемпионат включает 4 дисциплины – радиоориентирование, классика 144 МГц, классика 3,5 МГц и спринт. Очень многие спортсмены хотели приехать именно в Казань, посмотреть этот замечательный город и заодно побегать. Для победителей звание чемпиона России и осенний чемпионат Европы в Словении. Лилия Кашпарова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.